Всем привет! Канал Сон Рыбака. Еду на рыбалку с ночевкой на реку Тетерев. Добрался до места назначения. Вот такое место. Сейчас раздеваюсь. Убираю траву вот под берега, чтобы можно было рыбу вываживать нормально. Ветер такой сегодня, как бы не маленький. Я думаю, видно по деревьям. Ну, я надеюсь, что он к вечеру стихнет. Все, здесь расчистил. Весь шмурдяк поубирал, повыкидывал. На точку дал больше 20 кормушек. Прикормка у меня была. Пацаны, Андрюха с Пашкой ездили на рыбалку, у них осталась прикормка. Они там побыли полдня. Она вполне адекватная, то есть не пропавшая, не прокисшая. Они побыли там с 10 до 4. И у меня еще была, я варил. Ездил с женой на рыбалку. Ну, я на видео не снимал. И у меня оставалась, в общем, была в морозилке. В общем, я ее перемешал, и ихнюю, и свою всю перемешку. Тут получилось пол ведра, тут, блин, свинью можно накормить. Ну, я кормушек 20 уже дал на точку. В общем, заклипсовался где-то дистанция метров 35. Кинул грузик где-то метров около 50. Тянул, переклипсовывался. Там либо илистое дно, либо песок. Но мне кажется, ил, скорее всего. Вот. Шел ил, и где-то метров вот 35 от меня начал грузик стучать. То есть пошло твердое дно, ракушечка там присутствует. Хорошо, прям четко звенит. В общем, заклипсовался там. Потом идет опять, как ил какой-то, вот после ракушки. Ракушка, потом ил какой-то, как подъемчик сюда, ближе, и опять ракушечка. Я думаю, глубина там где-то примерно метров 6-8, вот так вот, около 8 метров, 7, вот так, 8 метров. Ну все, первый заброс, поставил червяк, опарыш, начинаем ловлю. По прикормке все то же самое, как всегда. Горох, пшено, кукуруза. Ну, кукуруза сейчас свежая есть, вареная. Как раз сезон ее. Поэтому ее он вареной настрогал. Пацаны, я не знаю, что они там добавляли. Ну, тоже, походу, горох, пшено он, я видел. Прикормка какая-то. Ну, у них другая какая-то прикормка. Каким-то ванилинчиком пахло. У меня шоколад, лезь шоколад. А у них какая-то другая. Но я перемешал, микс получился. Нормальная прикормка, тут ее, блин, хватит, я не знаю. На сегодня еще я ее, наверное, завтра еще не выброшу. Ну, постараюсь, буду активно ловить. Вот, видите, с морозилки. Как раз хорошая, вот. Чуть прижал, видите, она как держится. Ну, если бы на течении нужна была более плотная, как бы более вязкая. А здесь, как бы, ну, такого, такой плотности, я думаю, достаточно. Получается, я кидаю прям в самое глубокое место. Посреди канавы. Вот канава идет такая. И вот посреди канавы там ракушнячок. Либо плотная ракушка такая, либо глина какая-то с ракушкой. Ну, грузик четко звенит. Хорошее плотное дно. Какие-то поклевочки мелкие есть. Мелкая рыбка подошла, но это уже хорошо. Обычно всегда так и есть. Сначала приходит мелочь. Время 4 часа, начало 5. Сейчас даже скажу точно. 16:15. Нормально. Сейчас, я думаю, где-то часиков 7 подойдет что-то покрупнее. Ну, я и ночью буду ловить. Ну, не знаю, сколько высижу. Ну, до 12 посижу, это точно. Может, лещ подойдет ночью, а может, что-то другое. Ну, пока какие-то мелкие подергуны идут, нужно кофейку попить. Красота-то какая! Ляпота! Опа, поклевочка. Я же говорю, мелочь какая-то.
Так, прошел час рыбалки. Клюет, в принципе, хорошо. Вот последние полчаса. Поначалу мелкие подергунчики были. Ну так. Постоит, чуть проклюнет. Сейчас вот последние там 3-5 забросов. Вот только кинул, сразу идет по клевке. Ну, мелкая. В основном это белоглазка. Густерка мелкая, белоглазка. Сейчас вот только что вытащил подлещика мелкого. Тоже такой. Ну, сыкопехота, короче. Такая, до ладошки. Сейчас посмотрим. То тучки были, сейчас тучки вроде рассосались. Немножко. Вот опять поклевка только что была. То есть мелочуха собралась и долбит. Сначала одевал червя, а ей все равно, хоть червь, хоть опарыш. Но червя быстро стягивает, поэтому сейчас ставлю на опарыш. Она клюет и на опарыш, и на червя. Ну, такие вот экземпляры. Ну, видите. Ну, будем надеяться, что-то покрупнее подойдет попозже. Ну, вот как раз 20 минут 5 я начал ловить, сейчас 20 минут 6. Час. Ну, мелочь клюет, я же говорю. Сейчас вот включил камеру, подзатихло. Как всегда. Надо поймать какую-то рыбешку более-менее адекватную. Ну, хотя бы такую, не знаю, грамм 200-300. Хотел ухи сварить. Ну, если нормальную рыбешку не поймаю, часов до 8, до 9, значит, просто сварю суп пшенный. Прям вот на газовом этом баллоне сварю. Не хочу я на костре заморачиваться. Я не брал и котелок этот. Кастрюльку взял небольшую. Не сварить, чтобы вечером сейчас немножко супчика похлебать. И с утреца горяченького. Так, надо перезакинуть. В какой-то момент, блин, где-то минут с полчаса назад думал, что дождь пойдет. Такая тучка надвисла надо мной. Ну, такой капнул два раза и перестал, слава богу, не было. Сейчас еще часик полтора половлю, если такая мелюзга будет ловиться. Наверное, поставлю на кукурузу. Начищу картофана. Ну, подготовлю, в общем, чтобы супчик сварить. Ну, видите, какие эти подергуны. Ну, мелочь. Нету ничего хорошего. Хорошая рыба, она по-другому клюет. Ничего, может, ночью лечь подойдет. Ну, я не расстроюсь, даже если ничего хорошего я не поймаю. Отдохну. Червя пока мне ставить не буду. Обрывает моментально его. Пусть пока на опарыш ловится. Хотя сейчас червяка поставил. Сейчас вот вытащу. 100% там его не будет. Пообрывает. Опарыш еще как-то держится. Ладно, пока мисс, наверное, буду выключаться. Когда подойдет какая-то хорошая рыбка, клюнет вот одна хотя бы, чтобы я знал, что подошла более крупная, я тогда включусь. Сейчас не вижу смысла вот эти подергунчики. Сейчас буду просто перезакидывать каждые там 3-5 минут. Ну и надеяться на более крупную рыбу. Ну, видите? Вот такой вот. Вот есть. Ух ты, Леша творит. Сошла или что? На ней сидит. Ну, это уже чуть покрупнее. Не знаю, может, и уху буду варить. О, это подлещик. Ну, мелкий, как для подлещика. И уха с него будет никакая. Ладошечный. Ну, это уже хорошо, что подлещик подошел. Отпустим этого. А куда ты, родной? Меня еще... Иди. Карасика поймал мелкого. Смотрите, какой. Ну, мелкий. Отпущу. Отпущу.
нужно сварить супчика, покушать. Я уже проголодался. Такая вот нарезочка у меня есть, купил мясная. Нарезочки туда порежу. Там сильно постный будет. Будет супчик. Можно было, конечно, и уху сварить. Ну, с такой мелкой рыбы, я думал, может, подлещик хотя бы клюнет хороший. Ну, вот два подлещика такие, немножечко больше ладошки. Ну, вот так где-то. Остальная вся мелюзга. Карасик вот один мелкий. Даже с такой рыбы не хочу варить, одни кости там. Да, уже свежей становится. Ночью на работе был уже так прохладненько. Смотрю, там на лодке люди плавают, спиннингуют, уже щуку, наверное, ловят. Ну, чуть прохладнее стало, я думаю, сейчас хищник начнет оживать. В следующий раз уже, возможно, поеду и на щуку. Ну, посмотрим, не будем загадывать, как оно что будет. Сегодня еще нужно леща поймать, постараться. Так, ну что, леди и джентльмены, супик готов, я выключил. Так как и говорил, картошка, пшено, немножко буженины туда порезал. Луковицу сварил, она поварилась, а и выкинул ее оттуда. Присолил, поперчил и зеленушки туда. Петрушка, укроп, лучок зеленый. Пусть сейчас постоит, я только его выключил минут 10-15. И можно кушать. Поклевки еще реже стали. Какие-то подергуны мелкие. То одно время там проклевывали хоть подлещики такие. Наверное, грамм по 200. Нормального клева так и не было. Вот эта мелочь клевала только. Поэтому я так и включал периодически камеру. Ну, будем надеяться, может ночью что-то подойдет получше. Либо завтра с утреца. Завтра с утреца, часиков 5, ну хотя бы в 6 нужно встать. Как всегда, спится на природе так, что не хочется и вставать. Прикормки у меня там еще хватает. Буду кормить. Может, что-нибудь и выкормим. Добавил еще свежей туда прикормки. Запах более яркий стал такой. Ну вот, мелочь ушла. Но это и хорошо. Потому как она задолбует. Посмотрим, может, что-то крупнее подойдет. Ветер стих. Хорошо стало тихонько. Еле-еле легенький такой. То поднадоел он уже. Палатку ставить не буду. Не хочется. Потом утром собираю ее. Ее одному ставить неудобно. Была бы она такая, как вот, сказать, более быстро ставится. Потянул раз-раз, я вот смотрю, как у людей она стала. А здесь пока эти палочки просунешь, потом, блин, ну неудобно одному с ней, плохо. Следующую буду покупать, куплю какую-то, не знаю, трансформера какого-то, чтобы он попроще разбирался. Можно поставить, но так как похолодало, ночью будет влажно. Ее потом сушить нужно, собирать опять. Я в машине перекимарю, ничего страшного. В этом месте ловлю впервые на фидер. Так, ну что, пришло время отведать супца, что я там заварганил. Я уже попробовал супец. Супец бомба. Сейчас сделаю такой бутер себе. Положу вот этой буженинки внутрь. А что там играть-то? Положите ее вот так вот. Это мусорник. Ай, блин, тряпочка упала. Ну так вот, я надеюсь, видно. Сейчас вот так ее заверну в лаваш. Вот, и будет такой бутербродик. Тишина по клеву больше не берет. Мелочь перестала, ну слава богу. Сейчас поем. Наверное, сниму поводок. На точку кормушек 10 еще бомбану. Ну что, покушал, перезакидываюсь, пока есть тишина. Комары грызут, но я думаю, они скоро должны исчезнуть. Сейчас чуть прохладнее станет. Посмотрим, что с этого выйдет. Так, свет выключаю. Проще так сориентироваться.
на точку на закормленную светить я не хочу. Мое мнение такое, если светить, то нужно светить постоянно. Светить постоянно я не могу. У меня прожектора аж нету. Время 10 часов. Закидываю поклевок, никаких нету. Какая-то хрень обжирает наживку. Ну, я так предполагаю, что это ракушка. Она-то тоже, по сути, хищник. Так, господа, 11 часов ночи. Поклевок ноль. Лещ так и не пришел. Ну, я не сдаюсь. Перезабрасываюсь каждые где-то минут 10-15. Чаще, я думаю, не стоит ночью. Там, в принципе, я корма набросал уже неплохо. Остается только ждать. Вообще глубина как бы его, прикормка его. Твердый грунт, ракушка, все как бы. Ну, дело в том, что он может, ну, не проходить сюда. Где-то в другом месте тусуется, а сюда не заходит. Может быть такой вариант. Ну, ничего, я не расстраиваюсь. Еще утро есть. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Вот это пробило. Время 15 минут второго. Вытаскиваю фидер, ложусь отдыхать. Завтра с утреца часиков 6 продолжу на рыбалку. Лещ так и не пришел. Какая причина, точно не знаю. Может, он просто свалил туда ниже по течению или выше. Не судьба. Всех с добрым утром. Сейчас кормушечек 5 дам на точку, так сказать, возобновить немножко ее. Хотя я там вчера накидал туда немало прикормки. Вот до начала второго я сидел. Последний перезаброс был и срезала крючок ракушняком. В принципе, я хотел до часу ночи, и ни одной поклевки, никакой шевеленки даже не было. То есть никаких позывов. Так что не было смысла дальше сидеть. Сейчас по новой, я говорю, заброшу туда кормушечек 5 и посмотрим, что получится. Так, цепляем поводок. Кормушечек, наверное, 7-8. Кин закинул. Я думаю, достаточно. Буду в процессе чаще просто перебрасывать. Но я думаю, мелочь какая-то будет клевать. Поэтому не стоит расстраиваться. А там как получится. Оп. Все четенько. Мелочь. То же самое, что на Десне у Васильича я был. Вот так куски. Такую рыбу каким-то пикерочком бы. С тестом до 60 грамм. Я думаю, вообще б красота была. А так моим фидером этим тянешь. Ну как, слышно, конечно, сопротивление. Но не особо. Но чуть покрупнее. Так, ну, рыба мне не нужна, поэтому я ее брать не буду. Не, ну если какая-то хорошая начнет ловиться.
Плыви. Вот вначале начинаю тащить, даже не слышно. Ну что это? Собрал мелюзгу. Хотя прикормка, я такой прикормкой, ну, здесь не лещей хороших ловлю. Здесь, видите, неплохо закормила точечку, да, но почему-то одна мелочь пришла. Хотя прикормка, я всегда такую делаю для крупного леща, и вот, ну, она работала всегда. Ну, тут дело не в прикормке. Прикормка все тут здесь правильно, но почему-то крупная рыба куда-то свалила, не знаю, в другие места. Одна мелочь здесь крутится. Поклевками уже насытился, уже надоело ее ловить. Вот только забрасываю сразу поклевки и разрывает, я же говорю, как тузь горелку. Только кинул, кормушка еще не успевает упасть вот на дно, уже дергает. Там осталось, может, кормушек на 5, на 7 прикормки. Сейчас добиваю прикормку и буду собираться домой. Не вижу смысла оставаться. Рыба мне не нужна такая, тем более мелкая. Вот видите, еще не упала, уже дергает. Времени у меня осталось максимум, что я могу половить до 10 часов. Сейчас уже 8:30. Не вижу смысла здесь сидеть. Сейчас в течение получаса, так какие тут, минут 20, наверное, добуцаю прикормку. Собираюсь и еду домой. Канал Сон Рыбака. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще будет...